Путин дал Собянину поручение по параду Победы. Собянин теперь главный еще и по параду. По этому коронавирусу главный. Там я не знаю еще почему главный. Теперь еще и по параду. Коронавирусу в рамках России главный. Теперь еще и по параду главный. Казалось бы, да, там есть Шойгу, всякие военные. Зачем нужен Собянин? Не, Собянину обязательно нужно получить эти поручения. А как же? Понимаете, там сейчас перетягивание каната. То есть там бешеные усилия были сделаны Собяниным, чтобы вот ему Путин дал поручение по параду, чтобы он и по параду еще отметился. Да, так что времена идут для них очень тяжелые. Они, видите, между собой закусились и не понимают, что вот эта вот битва их, она ни к чему абсолютно не приведет. И не важно, кто в этой битве победит, потому что они все проиграют. Не важно. Они дураки, они не понимают, что победа любого из них – это поражение их всех. День Парада Победы могут объявить выходным. Сейчас они взвешивают, как это, объявлять, не объявлять. Да, надо придавать этому видимость общенационального праздника, ходить под водой там, да, с портретами и прочее, прочее. Рамзан Кадыров впервые появился на публике после сообщения о болезни. Отрицает, говорит, не болел, все классно было. Тогда куда спрятался, куда делся? Тогда это вызывает еще больше вопросов. То есть, если болел, тогда нет вопросов. А если не болел, а там бои в этот момент были, да, в горах. Странные дела. Куда же он делся?